Высокий профессионал, эффективный руководитель, ректор Горского государственного университета Виктор Тимираев отметил 70-летие. На торжественном мероприятии по случаю 70-летия Виктора Тимираева, более 15 лет возглавляющего один из ведущих вузов Северной Осетии, заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации и Республики Северная Осетия Алания, заслуженного деятеля науки Южной Осетии, более 2 часов со сцены зала Горского государственного аграрного университета поздравляли юбиляра руководство республики во главе с временно исполняющим обязанности Северной Осетии Сергеем Миняйло, коллеги, друзья. После того, как было сказано, вся биография и вся история Хмицевича, что-то сложно добавить. Но поддержу, от себя добавлю. Не совсем мне нравится слово «юбилей», хотя это такое торжественное мероприятие. Я скажу так, юбилей 70, наверное, Виктор Хмицевич, перейдем к другому, 2 по 35, так будет лучше. Я хотел бы от себя сказать про учеников. Каждого он, наверное, вкладывал частичку своей души. Ваши ученики вас поздравляют. Вот с этой трибуны возьму на себя такие полномочия от их имени. Вас хочу поздравить. Поздравительный адрес от имени президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова, а также от коллектива Юго-Осетинского государственного университета и от себя лично юбиляра поздравил ректор ЮОГУ Вадим Тедеев. Уважаемый Виктор Хамцович, прежде всего, позвольте зачитать от имени президента Республики Южная Осетия Анатолия Ильича Бибилова поздравительный адрес. Уважаемый Виктор Хамицевич, сердечно поздравляю вас со знаменательным юбилеем 70-летия со дня рождения. Выдающийся экономист, профессор, крупный специалист сельскохозяйственных наук, вы много сделали и делаете для сохранения и развития лучших традиций российского образования. Под вашим руководством Горский государственный аграрный университет достиг значительных результатов в развитии, укрепил свое звание одного из престижных отечественных вузов Северного Кавказа. Ваш талант педагога был всегда направлен на подготовку кадров для развития агропромышленного комплекса России и науки в целом. Уверен, что ваш богатейший опыт, созидательная энергия и деятельный характер будут способствовать дальнейшему процветанию Горского государственного аграрного университета. От всей души желаю вам, уважаемый Виктор Хамицевич, крепкого здоровья и дальнейших успехов в вашей аграрной деятельности, а также долгих лет жизни, благополучия и новых достижений в агропромышленном комплексе Российской Федерации. С искренним уважением, Анатолий Бибилов, президент Республики Южная Осетия. От себя и от коллектива ЮГУ я не буду зачитывать адрес, я просто хочу сказать 2 слова. Виктор Хамицевич, вы являетесь для меня лично старшим братом. Ваша мудрость, опыт работы для меня всегда является путеводителем. Даже недавно созданный музей зоологии нашего университета, здесь тоже есть ваша рука, ваши советы, помощь. Я хочу отметить, что народ Южной Осетии вас уважает, потому как и в самые страшные для нас 90-е годы, и в последующие годы вы всегда оказывали нам пассивную помощь. Став ректором Горского государственного аграрного университета, вы также оказывали постоянную помощь Южной Осетии. Всегда бывает приятно находиться в стенах Горского государственного аграрного университета. Именно здесь я писал свою диссертацию. И для меня этот вуз является таким же родным, как Юго-Осетинский, таким же родным, как ИСКГМИ ГТУ, где я работал определенное время. Я хочу сказать так, Юго-Осетинский государственный университет всегда рядом, и вы всегда желанный гость и в Южной Осетии, и в нашем университете. Музыкальные номера, приготовленные силами студентов и преподавателей Горского государственного аграрного университета, украсили мероприятие.